И еще раз хотел бы добавить, не забывайте, что 12 ноября по 30 декабря у нас проходят акции в наших магазинах Сулпак. В любом магазине Сулпак города Алматы и всей нашей великой страны Казахстан вы можете приобрести бытовую технику и участвовать в нашей акции от магазина Сулпак. Давайте поаплодируем нашему лучшему магазину Сулпак. И какой же город у нас следующий, мы сейчас посмотрим. Ага. Актобе! Дугол Шабалак, Курметту Гонахтар, ваши бурные аплодисменты. Сейчас посмотрим, кто же выиграл в Актобе электробытовую технику. Ну и, конечно же, не забываем, что мы разыгрываем 20 автомобилей. Ну что ж, посмотрим, какой же будет следующий приз в городе Актобе. Фотоаппарат! Ваши бурные аплодисменты. Наши девочки вытаскивают купон. Перемешали так славненько. Так, смотрим. Теняев Андрей Викторович. Ваши бурные аплодисменты. Город Актобе. Номер купона 10-09-94. Андрей, мы вас поздравляем. И это, заметьте, что фиксируется все нотариально. Дорогие друзья, следующий приз мы вытаскиваем из этого прекрасного конверта с надписью «Сулпак». И что же у нас следующее? Пылесос! Пылесос, ваши бурные аплодисменты! Пылесос! И кто же у нас выиграл этот пылесос в городе Актобе? Боротько Лариса Анатольевна. Номер купона 23-19-81. Город Актобе. Лариса, поздравляем вас. И это электрический чайник. Ваши бурные аплодисменты. И кто же выиграл электрический чайник в городе Актобе? Так, мы все во внимании. Искендирова Гульжан Кадыровна, ваши бурные аплодисменты. Номер купона 10-09-70, город Актобе. Ну а мы вытаскиваем еще один приз. Стиральная машина-автомат! Ваши бурные аплодисменты! Кто же выиграл стиральную машину? Кто же счастливчик этой стиральной машины? И мы сейчас узнаем. Нагашибаева Гульсезен Канатаевна! Ваши бурные аплодисменты! Город Актобе. Гульжан, мы вас поздравляем.